привет! Сегодня мы с вами разберем, как сделать эффект всплывающий экран. Для начала мы снимаем с одной точки, как будто мы что-то замахиваем руками вверх. Смотрим и после этого замахиваем вниз. Далее делаем запись экрана, чего вы хотите. Например, это может быть погода. Затем заходим в приложение Elite Motion, а здесь мы загружаем наш видеоролик, нажимаем «Создать проект», после чего мы нажимаем «Изображение и видео». Загружаем наше видео, которое мы записывали на запись экрана. Нажимаем «Перемещение» и «Изменения». Здесь у нас снизу ромбик. Нажимаем на него и крутим ползунок, который пониже, чтобы изменить проекцию. Далее пальцами вводим по экрану, чтобы уменьшить и чтобы у нас были границы. Потом нажимаем «Настройки», которые находятся сверху. Фон выбираем «Прозрачный». Дальше нажимаем на кнопочку «Сохранить». Затем заходим в приложение CapCut, загружаем наш ролик, где мы взмахивали руками, и удаляем лишнее. Ищем в меню «Наложить» и добавляем наш уже готовый экран. Переносим в нужное место, выделяем его, ищем в меню «Chroma Key», наводим сюда пипетку, нажимаем «Интенсивность», убираем до такой степени, чтобы края исчезли. Дальше мы также выделяем наш экран, нажимаем на кнопку «Затемнение» и уменьшаем прозрачность. Дальше мы работаем с точками, перемещаем наш экран вниз и нажимаем на ромбик с плюсиком. Это первая точка. Далее чуть перематываем видео, и на второй точке мы уже взмахнули экран, он должен появиться. Дальше мы также делаем, и в конце мы ставим точку, где у нас стоит экран зафиксированный. И следующая наша точка будет, где она опускается. Вот таким вот образом получается движение экрана. Вот наш результат.